Всем привет! Идем с магазина. Купили мороженое. Сейчас сегодня четверг. Сегодня у нас мусорный день, когда выносят все мусор, а мы забыли. Вот сейчас смотрю, сзади поехала газелька, которая собирает этот мусор. И спешим домой, чтобы вынести мешки с мусором. Да, чтобы папе облегчить жизнь, да? Надо мусор доставать. Вчера начала копать картошку, выкопала здесь немножко и закрыла вот этой ботвой, чтобы она не желтела. Сейчас поближе покажу картошку. В принципе, картошка, я довольна. Она крупнее, чем в прошлом году. Есть всякое разное. Вот это желтое, вот это вот белое. Но она такая корявенькая. Сорт такой картошки. Корявенький. Вот это желтое. Она более такая ровненькая. И намного вкуснее, чем вот это вот белое. Красная тоже неплохая. Красная. Такая, такая. Вот такая. Могу сказать, что в этом году картошка намного крупнее, например, чем в прошлом году, это точно. Потому что в прошлом году была она помельче. На семена, ой, на еду фактически была вот такая вот и вот такая. Сейчас же на еду уже, ну, куда получше, да? И поэтому, ну, разница-то ощутимая. Поэтому, в принципе, картошка неплохая. Вот здесь я копаю вилами, потому что мне так удобно. Но из-за вил можно сделать вот так. Но это лучше, чем когда ты просто лопатой порежешь. Ну, нам так удобно. Мы все время вилами копаем. Мне уже, ну, вот эти, которые порезаны, они сейчас пойдут на еду, потому что они могут испортиться, если в погреб, да, их опустить. Ну, довольно неплохая. В принципе, картофелем я очень даже довольна. Вот я здесь немножко выкопала вот такую вот. Посмотрим, что там будет у нас дальше, какая будет дальше картошка. Потому что вот как раз-таки на этом промежутке, где я выкопала картошку, мы поливали водой из бассейна. Может быть, она поэтому здесь хорошая, да? Посмотрим, что там будет у нас подальше. Какая картошка, получше или нет.
А вот, кстати, почему я покупаю вот такой вот помет. Куриный помет. Мы же по много берем для картошки. Вот смотрите, в течение года он по чуть-чуть начинает только растворяться, да? То есть он свое, все свои питательные вещества постепенно отдает. Не сразу же, вот как перегной, да? А постепенно. И вот так вот, даже порой за весну. То есть не зря говорят, вот такой вот птичий помет в гранулах 5 лет. То есть помимо того, что он растворяется медленно, питательные вещества постепенно уходят в землю. И достаточно картофелю или любой другой растительности. Копаю дальше. Получается уже в том месте, где водой мы не поливали. Картошка нормальная. А вот колорадские жуки уже и на картошку добрались. Сейчас они будут еще и тут тусоваться. Где мои помощницы? Помощницы у меня помогают мне не мешать. Тут какой-то красный, розовый колорадский жук. Дай-ка я тебя подальше куда-нибудь выкину, чтобы ты мне тут картошку не ел. А этот какой-то непородистый колорадский жук. Видимо, мальчик-девочка отличается как-то. Что ты тут ищешь? Это ты мою картошку жрал, паразит такой. Ползет так. А сидят на кусту такие маленькие, такие. Типа я ничего не делаю. Так, на сегодня, думаю, достаточно. Осталось вот это вот вширь. В общем, как мы копаем? Пока копаем, кидаем в одно место картошку. И уже сейчас она немножко подсохнет, чтобы грязь хорошо слетала. И я уже возьму 3 ведра под крупную, среднюю и мелкую картошку. Мелкую картошку, все, мы все в одну кучу складываем. Вот такие, например, которые на кусту, которую сажали, если она остается в земле, всегда выбрасываю. Потому что вот это вот, как раз таки из-за этого проволочника получается. Если, например, это не убирать, кормежку для проволочника на зиму. Вот у меня ведро стоит. Я когда копаю, например, и какая-то уже подгнившая, ну вот, которую сажали, от которой сама картошка, уже складываю в ведро. И потом все это с участка утилизирую. В общем, на участке не оставляем ничего, ни мелкую картошку никакую. Все собираем. Вот мы такой столик организовали от стиральной машинки. Как раз ее помыть надо. И она уже не туда и не сюда. А вот эти уже на зиму обратно принести. Да, это пропадет. Что перчатка, что без перчатки. Ноги вообще отдельная история. Че Зевсик? Ой, уйди. Ты сейчас меня испачкаешь. Уйди, Зевс. Че? Тусуемся? Порядок навела? Да. А что вон там мешок надо доставать, Настя? Ой. Дождь пойдет, он весь сырой будет. Элиза, а ты что делаешь? У нас здесь детская комната. Чек. Элиза, ты в куколки играешь? Он рвется на две части. Ну а потому что ты там ложишь его, конечно, он будет рваться. Вот смотри, я эти все вещи, да, сложила аккуратно, а ты их все это. Я тоже вот сложила аккуратно.
Надо их будет туда просто сложить и все. Так классно. А на море качка. Трамбуй песок. Трамбуй песок. Да. Вот и Лиза, да, рисовала. Ага. Массаж ног. О, так классно, кстати. Вот, ходи, пока есть. Сейчас пойду. Заодно же там будет, да? Угу. Ну что, с работы, да? Сразу на работу. Ну. Можешь закажем? Кого? Посмотрим, закажем щука. А куда делать? Там доделал план. Так, так. А? Нет, может, чтобы завтра, например, все заказать, завтра приду. Надо, чтобы я когда дома буду. А что я дома? Что ты думаешь, я не справлю? Ну все равно. Все. Когда я буду дома, нет? Нет, что-нибудь постелю, не полтилен скажу, давайте на полтилен сыпать и все. Давай закажем, на завтра привезут. И ты выходные, уже за выходные это сделаешь, нет? Ну да. Ну. Я хочу за выходные. А? За выходные хочу сделать. А я сейчас кофе попью, пойду картошку соберу. Че, я мешки сложу, наверное, прикрою чем-нибудь картошку, да. Чтобы через мешки она не зеленела. Как-то желательно ее сразу спустить. Надо в погребе немножко прибрать. В самом внутри погреба. Сядешь сюда и вставать неохота. Хорошо работаешь. Мало песка. А? Песка мало. Ну, вы вчера разгребли. Мы выравнивали. Вредная какая-то плитка. Зачем? Не заходит. Ты уже руку набил, да? Да, просто здесь песка мало. Обычно я сверху наоборот слой ложу. Я его забил, она как надо села у меня. Я поднял, чуть-чуть подсыпал, и все, она уже никуда не делает. Как двойная трамбовка получается. Сразу так чисто стало. До этого, когда не было, ощущение было, что как будто бы грязно. Да? Вроде бы чисто, но как будто бы грязно, как будто бы... Грязно, короче, все. Хлам. Сейчас прям такой. Самокат валяется, и вроде ничего так. Нормально валяется. Да? Со мной согласен? Конечно. Ты намного приятнее. Сейчас. Вроде не такая уж дорогая вещь, а столько удобств создает. Если сам ложишь, ну, дорогая. Конечно. Еще песок где-то хватает. Тогда недорогая, да? А когда деньги получишь, тогда это дорогая будет. Вот.
Детская комната, аквапарк, да? Да. Где мама сейчас посмотрит, скажет, нифига себе. Скажет, дорога закрыта в эту сторону. Бабуля. Привет, бабуля. Бабуле привет, да, передаете? Все, поцеловала. Аквадискотека. Дискотека. Аквадискотека. Картошку собрала. В общем, с этого участка. Ну вот, половина. Сколько может? Сотка может быть. Меньше, наверное. Наверное, полсотки. Вот полсотки. В общем, мы посадили 2 мешка картошки весной. Сейчас вот с полсотки я выкопала 2,5 мешка крупной картошки. Полтора, ну не полтора даже, один и где-то полтора ведра. Вот так вот. Средней картошки на семена. И 2 ведра вот такой вот картошечки. В принципе, такую даже можно и на семена пускать. В принципе, 2 ведра такой картошки. В общем, на сегодня пока достаточно. Сейчас я это прикрою, а Валера уже потом от солнца прикрою каким-нибудь одеялом. А Валера уже потом занесет в погреб. Иначе, если под солнце попадет, даже через мешки начинает картошка зеленеть. А нам это не надо допустить, чтобы она у нас зеленела. Все. А мелкая пусть стоит. Мелкой ничего не будет. Тем временем Валера уже здесь положил вот так вот по 2 плиточки. Сейчас еще будет класть.